Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. У нас опять и комфорт, и красота, и очень необычный дизайн. Слушай, я вообще очень люблю такие решения. Я бы не назвала просто полуботинками, потому что это некая смесь модной модели слипонов и даже каких-то, знаешь, теннисных туфель. То есть у нас получается модель в очень трендовом исполнении, спортшик в богатой велюровой текстуре. Поэтому выглядят они действительно здорово и, кстати, очень легки в летних наших сочетаниях. Невероятно мягкие, увеличенные 9-й полноценный, поэтому они подстроятся, в том числе под ножку с проблемами, поэтому даже если у кого-то полнотная ножка, наконец-то будет легко и комфортно в модной обуви. Здесь невероятно пластичная толстая подошва, которая нивелирует любые неровности, которые у нас есть на дороге. Вы и при этом при всем вы будете себя чувствовать под защитой, а ваша нога будет амортизировать и пружинить, оберегая вашу спину. Посмотрите, увидите, что делать. Наташа берет их просто как в центрифуге, заворачивает. При этом, посмотри, вот качество. Идеально выглядят. Невероятные. Какая прелесть. Какой необычная вообще и фактура, и строение, и дизайн. Давайте сразу знакомиться с цветами. Цвета-то здесь тоже волшебные. Коралловый, просто шикарный совершенно летний цвет, если вы хотите акцентировать ваш образ. Темно-синий для более выдержанных, таких благородных ансамблей подойдет. Вот она, пластичность. Посмотрите, да, пластичность невероятная. Но еще вот эти два цвета, вы видите, какая прелесть. Бежевые и бирюзовые. Тут нужно сразу выбирать две пары. 999 рублей. Это получается скидка на каждую пару с 1200 рублей. На скидку вы забираете вторую пару, и у вас еще остаются деньги на фиксированную доставку 199 рублей. Представляете, какая выгода. Но вот как можно выбрать один из этих четырех? Нужно выбирать как минимум два. Выбираем размер, размер, и выбираем действительно абсолютно две пары. Посмотри, как они стильно смотрятся на ноге. Мне очень нравится, что стиль спортшик, который сейчас в буквальном смысле слова проник в наши гардеробы, и за это нам стоит сказать с голливудским звездам, которым надо было выглядеть, даже когда они каждый день идут за продуктами, шикарно, но в то же время им хотелось удобства. И, конечно же, это лаконичные околоспортивные модели, они сделаны из бархатистого эковелюра. Но согласись, велюровые, бархатистые, замшевые фактуры, они всегда выглядят благородно и дорого. Но соглашусь. На этом наши дизайнеры не остановились и изобразили вот такую кружевную лазерную перфорацию на поверхности эковелюра. Очень грамотно в нее встроили принт. В этом принте есть даже нечто от этники. А между прочим, этномотивы сейчас действительно очень и очень актуальны. И в целом у нас получились полуботинки. Я бы сказала, что это слипоны, туфельки, которые могут строиться совершенно в разные образы, в разные ансамбли. И самое главное, мы не будем летом думать, с чем их надеть. Можете надевать с брюками, вот мы сейчас все втроем в брюках, но скоро выйдет наша Марин, которая уже их с юбкой будет носить, причем юбка практически карандаш, то есть здесь никаких ограничений, современная мода по вашему образу уже не накладывает вообще, можете носить решительно с чем угодно. А вы смотрите, как здорово в них себя чувствуешь, знаешь, такой сразу спортивный появляется азарт, и хочется уже побежать куда-то. Смотрите, какая прелесть! И у нас цена всего лишь 999 рублей. Вы посмотрите, какой потрясающий стиль, какая подошва эластичная. Как тут остаться равнодушными? 999 рублей, забирайте сразу две пары, дорогие друзья. И у нас, посмотрите, какие потрясающие цвета. Вот этот бежевый на ваших экранах. Правда здорово? Бежевый, здорово. Смотрите, я, кстати, для себя тоже выбираю бежевый, но я тем временем уже хотела бы все-таки к комфорту перейти. Давай, потому перейдем. Что мы здесь, вообще у нас разные размеры ноги, у нас разная полнотность наших ножек. Поэтому сейчас мы с Мариной присядем на диван и сделаем визуально замеры. Причем я просто хочу сразу заострить на чем внимание. На том, что у нас с Мариной в длину размеры вообще одинаковые. Ты можешь уже брать сантиметр. Сантиметр у нас здесь есть. Итак, моя нога 39 размера и Марина нога 39 размера. Но если у меня стандартная 5-6 полнота, то у Марины полнота нестандартная. Давай визуально посмотрим, сколько это будет в сантиметрах. Итак, 26. Ну, сейчас к вечеру уже 27 отечет у нее ножка. Теперь надевай первое. Мягкость необычайная эковелюра. Она дает нам подстройку, потому что у Марины в итоге полнота практически 9,5, даже 10. И
Сели они благодаря мягкости и на 10-ю полноту, и посмотри на мою 5-ю и 6-ю. За счет чего это стало возможно? За счет пластичности эковелюровой основы. Еще плюс к тому, что у нас здесь есть вырез в зоне подъема. Вот для тех женщин, если у кого-то высокий подъем, это опять же даст максимальный комфорт и свободу. Поэтому мы еще и говорим не просто о комфортных слип-онных полуботинках, а о тех, которые подстраиваются под разную полноту. Я предлагаю вам забирать сразу два цвета. Посмотрите, здесь не только удивительный комфорт, здесь еще и невероятный дизайн. Вы представляете, как вы будете выглядеть в такой паре? Представьте, в любой ситуации, да. С платьем на работу, со спортивным костюмом, с джинсами, шортами, везде всегда будут смотреться невероятно стильно, а вы всегда будете получать невероятный комфорт. 999 рублей сегодня стоят полуботинки. Звоните прямо сейчас. И по поводу комфорта, Наташ, по поводу комфорта нашей удивительной ткани. Она необычная. Что это за материал, из которого сделана? Смотри, это ковелюр. Мне очень нравится, что он сделан по беспоотладочной технологии. Летом я рекомендую выбирать именно такие, особенно если материал сделан качественно. Смотри, такое ощущение, что это замша, без всяких лишних подкладок. Во-первых, поверхность у нас получается очень мягкой, пластичной, эластичной, то есть она сможет подстроиться под колебания объема вашей ступни именно в летний период, потому что к вечеру она может увеличиться в размерах до 15-20%. Во-вторых, мы получаем еще большие дыхательные возможности, мягкость ковелюра, все-таки это сейчас материал в том числе и на натуральной основе, плюс перфорация, а это значит, что ваша нога будет дышать даже в самую жаркую погоду. Подошва-то какая здесь потрясающая. Наташа, из чего она сделана? Смотри, подошва у нас здесь сделана из резины. Резины очень похожи на спортивные такие сплавы, которые используют именно премиальные спортивные марки. Для чего нам это нужно? Во-первых, для максимальной пластичности такая подошва очень хорошо будет амортизировать нагрузку. Когда ты будешь ходить, эта подошва ловит на себя до 50% ударной нагрузки, вот когда ты вот так вот бьешься об землю. И эта нагрузка не в позвоночник бьет, не в суставы, а остается в этой подошве. То есть гасится такой подошвой, очень во многих дорогих кроссовках есть она, для того, чтобы спортсменам как раз-таки беречь суставы. Поэтому здесь мы будем, безусловно, заботиться о своем здоровье. Еще один несомненный плюс. Если вы собираетесь на какие-то прогулки, на экскурсии, на курорт, может быть, в отпуск, еще и толщина этой подошвы, потому что камушки, неровности на каких-то тропинках, на грунтовых дорогах вашей ступней вообще не будут ощущаться. Именно поэтому ваши ноги будут расслаблены, а вы, конечно же, в хорошем настроении.